Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я буду тестировать новый фризер, или, проще говоря, мороженницу от компании Gemlux. Посмотрим, как она работает и какое мороженое получится у меня в итоге. Сам фризер имеет вот такой довольно сдержанный дизайн, но верхняя черная панель глянцевая, она отражает все вокруг, и, на мой взгляд, благодаря ей устройство выглядит очень стильно. Теперь о комплектации. В комплекте идет защитная пластиковая крышка, съемное металлическое ведро объемом 2 литра и пластиковая мешалка для мороженого. Также в комплекте есть книга рецептов, паспорт устройства, мерный пластиковый стакан объемом 250 мл и пластиковая лопатка. Фризер имеет электронную систему управления, и максимальный цикл приготовления мороженого занимает 60 минут. Имеется три программы приготовления: только охлаждение, только перемешивание и программа мороженое, которая объединяет в себе и ту, и другую. Для приготовления можно использовать как готовые смеси, так и мороженое, приготовленное в домашних условиях. Сегодня я хочу протестировать вот такую смесь для молочного мороженого. Подробный состав укажу в описании к видео. А в следующий раз мы обязательно с вами приготовим мороженое от начала и до конца. Обязательно напишите в комментариях, какое мороженое вы хотите приготовить больше – классический пломбир или шоколадное. Ну а с готовой смесью все очень просто, переливаем ее в ведерко, ведерко устанавливаем на место. Кстати, главное преимущество этого фризера состоит в том, что ведерко не нужно предварительно охлаждать в морозилке, потому что во фризер встроен компрессор, и он все делает сам. Закрываем крышкой и включаем. Осталось лишь немного подождать. Кстати, во фризере можно готовить не только мороженое, но и щербеты, а также замороженный йогурт. Кстати, я очень люблю замороженный йогурт, нужно будет обязательно попробовать приготовить мороженое из йогурта. В крышке фризера есть вот такое очень удобное отверстие. Во время приготовления можно в него добавлять какие-то продукты, ягоды, орешки, кусочки шоколада, либо другие начинки. Прошло около 30 минут, и вот так выглядит наше будущее мороженое. А вот так мороженое выглядит по прошествии полного цикла приготовления. Готовое мороженое по консистенции очень похоже на мягкое мороженое. Кто любит мороженое поплотнее, его еще необходимо отправить на пару часов в морозилку. Можно это сделать прямо в ведерке, затянув его пищевой пленкой, а можно переложить в удобную емкость. Кстати, на этом этапе очень удобно прослаивать мороженое различными топпингами, добавить варенье или, например, карамель с орешками. Мое мороженое постояло несколько часов в морозилке, и теперь я буду формировать из него шарики. Ложку для мороженого необходимо несколько секунд подержать в воде комнатной температуры. Я посыплю мороженое крошкой из орехового пралине. Кстати, очень вкусно мороженое с кукурузными хлопьями. Если не пробовали, обязательно попробуйте. Мороженое получилось очень вкусным, очень нежным и сливочным. В
впереди летний сезон, и так как я живу в курортном городе, к нам всегда приезжает очень много гостей, в том числе и с маленькими детками, поэтому я буду экспериментировать с различными вкусами, но результатами буду делиться с вами. А пока я, как всегда, желаю вам удачи на кухне, не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся!